Доброго здоровья, друзья. Доброго здоровья вам, вашим родным, близким, вашим семьям. Храни вас Бог. Я желаю вам этого от чистого сердца, от всей лохматой души. Я сейчас нахожусь в приюте, и мне прислали сборный ролик на проверку от Джеки. И я сразу вспомнила тот момент, когда увидела его первый раз. И то чувство отчаяния, боли, жалости безумной просто к этому пострадавшему от рук человека, несчастному зверю, которому не повезло родиться домашним. Хотя, ребята, мы не можем знать точно. Возможно, он и был домашним, но его, как и многих, как тысячи других, наигравшись, выбросили на улицу. Джек инвалид. Бездомному зверю трудно выжить в нашей стране. Почти 70% бездомных зверят погибают. Или что, что рождаются все новые и новые бездомные по помойкам, под гаражами, под ямами, на дачах, где бросают точно так же брошенных малышей. Племя бездомышей не убывает. Ребята, Джек один из тысяч несчастных, кому нужна наша помощь. Я имею в виду помощь людей. Сейчас в приюте, да в принципе, почему сейчас? Скажите хоть раз, когда нам было легко? У нас бывают моменты, когда радуемся, ура, смогли вот это сделать или смогли погасить вот это. Да, бывают такие всплески радости, когда присылают приветы из дома, и мы просто смеемся и рады, и сразу делимся с вами. Но все же, ребята, приют это приют. Не питомник, как нас иногда обзывают. Мы не питомник. Друзья, мы приют. У нас находят приют обездоленные, несчастные, искалеченные, полумертвые. Такие, как Джек. У нас сейчас очень много инвалидов, ребята. Пристройством даже малышей остановилось. Не помогают ни платные рекламы, ни ролики. Что-то происходит страшное, заторможенное. Нам с вами, ребят, главное выдержать, выстоять. И я надеюсь, что-то все равно поменяется. Жизнь, она же как зебра, полосатая. А бывают моменты, когда эта жизнь в крапинку. Сейчас у нас один из таких периодов. Почему я с вами говорю? Если честно, ребята, даже постоянно просить вас, я прошу. Только меня не слышат. Все меньше помощи, ребят. В этом месяце нам удалось выжить. Только потому, что у нас остались деньги с той помощи, которую оказали, когда у нас погибли животные. Именно поэтому, ребята, мы выжили этот месяц. Ребята, помощь вообще встала. Я понимаю, что всем трудно. Но я прошу вас. Просто задумайтесь. Мороз, холод, грязь. Еще и вместо двух горстей одна горсть корма. Скажите честно, вам хоть немного их жалко? Я обращаюсь не только к тем, кто помогает из последних сил. Этим людям я благодарна безумно. И буду благодарна до конца своих дней. Я обращаюсь к тем, кто приходит. Ведь очень многие. Посмотрите, тысячные просмотры. А помощь стоит. Скажите, мои хорошие, чисто по-человечески, 100 рублей – это такая огромная сумма. Или все-таки вы можете урезать свой бюджет и выделить эти 100 рублей автоплатежом на приют? Нас же много, ребята. Но почему мы не можем выделить 100 рублей? Я прошу вас, ребята, это не просто там крик очередной. Это жизнь. Потому что животные никуда не деваются. Они живут и живут. И коробки с малышами нам продолжают бросать.
как бы мы ни старались пристраивать, что-то делать. Ребята, коробки по-прежнему у нас под забором. Вчера мне позвонили с Минсельхоз и начали меня учить предписания, какие коврики должны быть возле подъезда вольеров, какую температуру я должна в кошатнике измерять ежедневно и вести журнал. Я задала только один вопрос. Скажите, а вы не хотите меня спросить, чем я буду кормить завтра животных? И чем я кормлю их сегодня? Мне сказали, это не мое дело, это не в моей компетенции. Я говорю, а когда вы приедете посмотреть и решить, чем нам можно помочь? Вы же все-таки стоите у власти, вы организация, вы министерство. Вы можете хоть что-то сделать для нас? В ответ мне опять ответили, это не в моей компетенции. Я говорю, а что же мне делать тогда с малышами, которых бросают под забор? Мне ответили, не трогать, не брать. Я говорю, и что, оставить их умирать у меня под забором? И мне совершенно спокойно, равнодушно ответили, да. Да, главное, не тащите их в приют. Я не буду говорить, что я ответила. Думаю, вы все сами догадались. Но хотелось бы услышать ваше мнение этому чиновнику. На его предложение оставлять крошечных малышей умирать под забором. Неважно где. То ли моего приюта, то ли другого. Главное не брать их в приют. Не знаю, что сказать, ребят. Вот всем сердцем просто обращаюсь к вам и прошу вашей помощи. Не лайками, ребята. Не рекламой. Я прошу у вас 100 рублей. Пожалуйста, я прошу у вас для приюта 100 рублей, которые вы сможете выделить с вашего бюджета от чистого сердца. И благослови Бог ваши сердца и души.